Давайте вместе поэтапно рассмотрим программу «7 шагов». Step 7 is simply a structured conversation that helps personnel ensure they are ready to start work and are prepared to complete the work safely. This is meant to be an engagement, a conversation hinging on participation from the entire work group through open-ended questions. Шаг первый – планирование. Важно убедиться в существовании плана по безопасному выполнению работы. Это может быть АБР, рабочая инструкция или схема, даже отметка в журнале. Все зависит от конкретной работы. Задавайте такие вопросы. Каков план? Какие существуют опасные факторы? Как минимизировать риски? Шаг второй – коммуникация. Важно убедиться, что представленный план понятен сотрудникам. Задавайте такие вопросы. Как донести план до сотрудников? Как мы будем общаться в ходе работы? Шаг третий – проверка оборудования. Важно убедиться, что оборудование и инструменты проверены, прошли обслуживание и подходят для данной конкретной работы. Шаг четвертый – подготовка участка. Важно убедиться, что рабочее место готово, потенциальная опасность предусмотрена. Какие еще операции здесь выполняются? Как это повлияет на нашу работу? Изолировано ли место работы? Кто отвечает за эту зону? Шаг пятый – контрольная проверка источников энергии. Важно убедиться в отсутствии неучтенных источников энергии, достаточного давления или накопленной потенциальной энергии. Задавайте, например, такие вопросы. Что необходимо изолировать или заблокировать? Как мы убедимся в изоляции? Каковы наши риски на линии огня? И как мы их минимизируем? Шаг шестой – финальная проверка. Все перепроверить, чтобы убедиться, что мы ничего не упустили. Шаг седьмой – начало работы. Мы приступаем к работе, но все ее участники должны знать, когда остановиться или прерваться и продолжить. Пользуйтесь карточкой. An experienced pilot could do the pre-flight checklist by memory every time, but they don't. My expectation is that we use a seven-step conversation for every task we have. We use it prior to work starting, we use it during to identify changes, we use it after to capture improvements. Every line, every time. Кто отвечает за проведение этих разговоров? Ответ прост. Каждый. Неважно, кто вы и какую должность занимаете, у вас есть полномочия следовать этой стратегии безопасной работы. Пользуйтесь карточкой. In review, we'd like to leave you with some reminders on a few key components for successful Step 7 conversations. Во-первых, пользуйтесь карточкой. Пользуйтесь карточкой. Use the card. Используй карточку. Карточкой важно пользоваться на всех этапах работы. Это поможет убедиться, что мы все учли. По списку, без риска. По списку, без риска. Every line, every time. Every line, every time. По списку, без риска. Во-вторых, задавайте открытые вопросы. Это позволит вовлечь в обсуждение всех, превращая его в диалог, а не лекцию. Наконец, используйте эту программу постоянно и наглядно. If we can do that, our safety potential can truly be achieved, making our sites the safest place on Earth.